помню, там что давали, блин. Я же говорил, что для меня существуют как бы две активности, которые есть. Это в первую очередь. Что? Чувак, видел, что пишет? Даже не обращаю внимания, о чем пишет. Кажись, я вашу парочку уже топила. Кристи 78. Ну, даже можно не отвечать. Топила и топила, иди еще раз утопи. Меня топила какая-то не Кристи, а какая-то что-то типа Тани, блядь. А на чем она играет, эта Кристи? На миньонге? Ну, пускай топит, идет. Это... Если меня будет топить девушка, я ничего не буду иметь против. Дорогая Кристи, посмотри себя на Ютубе. Если ты девушка на самом деле, а не что-то среднее, напиши нам в клановый чат, в Дискорде, найди нас. Найди нас на Ютубе. Я буду не против, если ты меня утопишь. Если ты тем более до 30 лет. Саныч, ты что там записываешь? Конечно. Специально для девушки пишу. Для девушки Кристи, вот на этой прекрасной лодке, блядь. Которая идет меня топить. Кристи 78. Если 78 это не твой возраст, а твоя дата рождения, дорогая Кристи, я буду рад. Рад оказаться утопленником. Семьдесят восьмой год рождения. Хотя так, пограничный возраст уже. Извини, конечно. Но пограничный возраст. 78-й это... О, господи, блядь, сколько лет, сколько воды. Я габ даю. Кристи, лови привет. Лапочка, на тебе в носик. Смотри себя на Ютубе, солнышко. Мы всегда рады красивым девушкам. Блять, я не могу просто определиться, 78 это много или мало. Я про возраст имею в виду. А этот что тут затихарился? Ну торпеды в меня кинул. Так это Кристи, твоя новая подруга, блядь. Блять, как я в него хорошо вогнал все торпеды. Ты ее утопишь, эту прекрасную девушку? Да, встретил. Ну отлично, ты даже уцелел. А меня вот сейчас этот сучонок доберет, блядь. Топи, топи, топи его, блядь. Я потому что не остановлюсь. И он меня утопит, падла, блядь. Отлично. Кристи, солнышко, ты в порту? Извиняюсь, если было больно. Так-то да, вот суровые парни из Сибири передают тебе привет. В частности, вот князь Сергей, он из сурового города, где куют, добывают и перерабатывают металл и уголь из Кузбасса. А я из Новосибирска. Привет тебе, дорогая. Смотри себя на Ютубе.